Сегодня Международный день медицинской сестры. Дату начали отмечать с тех пор, как сестры милосердия из 141 страны мира объединились в профессиональную общественную организацию – Международный совет медицинских сестер. Это самая многочисленная категория работников здравоохранения. Большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Традиционно в этот день проходят различные мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию профессиональных знаний. Но сегодня медперсонал во всем мире задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией. На плечи медсестер легло еще больше работы и ответственности. Поэтому дата – возможность сказать слова благодарности тем, кто стоит на страже здоровья. К медицинским сестрам республики со словами поздравления обратился Вячеслав Битаров. Глава поблагодарил медперсонал за профессионализм и терпение. «Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, щедрость души и заботу, которую вы дарите людям. В сегодняшних реалиях пандемии ваша работа сопряжена еще и с риском для жизни. Вы окружаете вниманием пациентов, помогаете в непростой борьбе за жизни тяжелых больных», отметил Вячеслав Битаров.